С начала нового учебного года все учащиеся начальной школы получают бесплатное горячее питание, которое финансируется из средств федерального и регионального бюджетов. Чем и как кормят детей в первой школе? Губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный посетил столовую школы номер один. Глава региона посмотрел условия, в которых готовят пищу для учащихся, ознакомился с меню и остался доволен. Естественно, проверяем, как кормите детей. Конечно. Особенно такой вопрос насущный питание школьникам начальных классов, первый, четвертый, горячим, хорошим питанием. Поэтому такой неподдельный интерес. Посещение школьной столовой прошло в рамках визита губернатора накануне открытия точки роста. Юрий Бездудный признается, всегда во время визита в учебное заведение старается посетить пищеблок. Посмотреть, где питаются работники, дети старшей и младшей школы. По мнению губернатора, питание для школьников и качество пищи в школьных столовых вызывают у него отдельный интерес. Так как дети обязаны получать вкусную, качественную пищу, приготовленную по всем принятым стандартам и в соответствии со всеми санитарными нормами. Калорийности, вес, жиров, углеводов, все как положено. 8 человек персонала столовой без труда справляются с большим потоком посетителей. Во время перемен столовую посещают около 900 человек. Современное оборудование, профессиональные повара, правильное хранение продуктов и приготовленной еды в столовой полностью позволяет обеспечить всех желающих качественной и горячей пищей с достойным выбором блюд. Конечно, условия очень скромные, потому что площади у нас сравнительно небольшие. По сравнению, допустим, с другими учреждениями. Но в этих непростых условиях у нас столовая справляется, она кормит огромный контингент и детей, и работников, потому что их тоже надо кормить. Честь и хвала им. По завершению осмотра Юрий Бездудный отметил высокое качество школьной столовой и приготавливаемой там пищи. Александр Найда, Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».